Всем привет, всем хорошего дня. Сегодня уже на часах 5 июня. Все уже давно спят. Мы утром выезжаем на рыбалку. Наготовили здесь удочки, все, что не нужно. Мы не спим с тобой. Не все, конечно, спят. Ящик здесь готовим. Собрали посуду, в общем, все. Одежду собрали. Подъем в 6 утра. И что будет дальше, вы увидите. Все в этом видео. Нам сдали очень классное место для рыбалки. Сказали, что там сборен рост. Караси живут. Ребята, которые сами простите, к тебе выпрыгивают. Слышишь? Привет. К тебе выпрыгивают сами в судок. В садок. Караси свой рост. И в судок тоже. А тебе только стоит подойти к воде и сказать. Да, ути. Рыбка. Ко мне. В общем, реально. Потом научили ко мне и рыбу. Реально сдали очень классное место, где в прошлую субботу, да, вроде ли, когда, короче, в понедельник наши друзья, ну, друзья, знакомые, кто продает нам удочки, вот где, на Китайке, сдали нам место, вот они сами наловили вдвоем с 10 до 4 вечера, с 10 утра до 4 дня, около 40 килограмм рыбы. Рассказали нам на что, мы все купили, рассказали нам где. И вот мы сегодняшнее видео... Потратили кучу денег, чтобы можно было 50 килограмм рыбы. Ага, не-не-не, это там копейки, чем ароматизаторы купили, прикормку некоторую. Ну, короче, едем ловить в этом видео много-много рыбы. Если мы в этот раз не словим много рыбы, я полностью разочаруюсь в рыбалке. Все распродаем. Я тебе серьезно говорю, сколько можно. На Авито. В общем, оставайтесь с нами, поехали. Сейчас утром все встанут и будем собираться. Утренняя суета. Все кушают, собираются. А Максимка покушал. Зевает наш Максимка. Ой, довольный мальчик. Боря говорит, кушать не хочет, лежит со своей кашей, ждет чего-то. Да? Да. Чего ты ждешь? Когда проголодаешься? Нет. А что ты ждешь-то? Все, он уже кушает, смотри. Каша с изюмом. У тебя каша с изюмом. Так надо садиться же ее кушать, чтобы ее она... А Максимка с нами будет ехать? Конечно, будет ехать с нами. Сейчас друзья позвонят нам, и мы выедем, и вместе поедем. Вместе с друзьями едем на рыбалку. Да. Вот так. Все мы будем много, ехать. Двумя машинами будем ехать на рыбалку. Мы их встретим на трассе и вместе поедем. Эй, а ну уходи. Пипикни ему, не? Уходи с дороги, жеребец. Стоит так опасно. Кстати, мы же едем на Братское водохранилище. Осталось нам 13 километров. Поэтому еще чуть-чуть и приедем. Нас догоняют наши друзья. У нас не получилось вместе, они немножко задержались. Они нас догоняют. Буквально нас пару километров отделяет. Смотри, какое одеяльце Боря у него. Боря, не смотри, конечно, но я тебе говорю, а то посмотришь. И это нам будет чревато. Звездочки. Я еще такое одно взяла. Вот-вот должно приехать на днях. Надеюсь, что успеет. Класс. Ребята постоянно этими покрывальцами пользуются. Вот у Паши бордовые, которые мы в тот раз взяли. Максим, эти Боречка черным укрывается. И Максимку прикрыли. То есть вот это мне самое больше нравится. В звездочки. Дорога, конечно, сюда. Очень плохая. После осы едем, наверное, километров 40, не больше. 40-50. Вот такая дорога. Или асфальт с дырами такими, что... Ого-го! А тут еще ремонтные работы ведутся. Короче, 15 километров, и никак не доберемся до них. До конца пути. Очень плохая дорога. Я говорю, водители, которые на легковушках, колесо только так могут в яме оставить. Яма на яме на асфальте. Полностью, совсем. Да, очень опасный участок навсегда. Дороги. Съезжаем мы к Братскому водохранилищу, еле дорогу нашли. Здесь такая скрытая дорога. Их здесь много, и нужно прям на нужную попасть, так сказать. И все, едем. Вот уже водохранилище. Будем сейчас искать рыбное местечко. Друзья где-то там заблудились за нами, затерялись. В общем, подъедут где-то через полчасика к нам. Будем их уже здесь ждать на месте. Мы пока раскладываться будем. Приехали мы на место. Боря паркуется там, полянка классная. А здесь
Вот пару мест для рыбалки. Сейчас будем прикармливать это. Отходи, отходи, отходи. Прикармливать будем. Мы уже успели поймать 3 окунька или 2 мы поймали. 2 окунька. У Тимофея вроде клюет. И такие большие окуньки хорошие. О, у Тёмы клёв. Сейчас будем прикармливать это место. Но на сегодня я звонила женщине, которая нам рассказала об этом месте. Она говорит, что грацию на сегодня передают. Возможно, из-за смены погоды может не быть клёво. Жалко, конечно, будет. Но рыбы здесь море. Мы когда приехали, прям... О, давай! Есть, давай! Е! Молодец! На таранку натягаем рыбку. Есть, окунька уже поймал. Всего пару минут стоят ребята. Я уже 4 поймал. Тимофей 4. Сейчас, секунду. Это мы еще не прикармливаем. Ты смотри, смотри, клюет уже. Смотри. Посмотри, какой клюв. Один за другим. Тихо. Сейчас. Упал. Упал, лови. Один за другим. Красота. Показывай. Сорожка, сорожка, сорожка моя. Прикормила и пошла сорожка. Крутяк. Окунек только шел. На червя. Вся семья тут напала на это место. И таскают рыбу. Ну, Таня, вот мы сейчас и посмотрим, что ты там словишь. Только-только бросила. Акулу. Акулу? Чего ты ее не зазываешь? Давай. Ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути. Ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути. Ты в траву забросила. Не работает твой ути-ути, давай пробуй что-то другое. Уть, 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 уть. Спасибо, папа. Тимофей он наутютюкал. Покажи, что поймал. Окунька маленькая. А я себя поймала. Это считается? Да. Клади, клади, у нас шок. Подожди, вообще? Не запутай. Показывай. Вот это крючок. Вот Аня, вам таранку. Самую большую. Вам таранку. Поздравляю, Тимофей. Это ты мне предсказал? Да. Я тебя попросил, вот, спасибо. Так, а мне пшикалку ванильную давай. Можешь добавить пакетик ванилина и раскидать Пашей на ночь? Ванилин, он очень сладкий. Вот пакетик ванилина. И в ту прикормку, ту, что мы купили, клубничную. Клубничную, да, и раскидать, но не всю, раскидать чуть-чуть. Ну, буквально пару раз в гости, и потом раз. Хорошо, ты на поплавок смотри. Еще один идет, рыбак. Я не могу, я в восторге. А Саня будет подавать карася. Я скажу так, мы жарим и запекаем только карася, а сорожку и окунька всю вам на таранку. Будет вкусная, да, девочка. Всю на таранку полностью. Идти, мы очень любим, у нас очень вкусно таранку. Класс, получается. Поздравляю. Нам понравилось. Вам сейчас все прикормлю вам. Давай еще прикармливай, иди к нам ловить. Это, короче, тяну, что тяну, это? Тяну, тяну ее, она не тянется. Посмотрите. Не, с ним в руки бери, чтобы она не отскакала. Может так упрыгать в воду, что будешь жалеть. Тимофей уже сразу. Ага, да. А у меня что-то мелких окуньков. Таскаю, все. Пришли втроем. Вот эта фотка, что на заставке, это не наверное. Сорожка, мне кажется, это не плотва, это какая-то другая. Это подлещик, подлещик или что-то? Нет, это не подлещик, это больше похоже на верховодку. О, и видите, у Сашки есть урок. Ты его очень, вот смотри, держать нужно сверху. Он раз и выскочит. Вот тут. Не-не-не, вот так вот. Так. Давай так. Возле нет, воды смотри, не держите. Смотри. Вот так берешь. Научись рыбу держать. Давай, бери. Так. Все. Да, научился правильно цеплять. Аккуратно, аккуратно смотри под ноги. Еще не поплавок. Научился, это мама мне подцепила. Сейчас буду учиться. Давай, уже второго окунька поймал. Это здесь не надо, да, доставай аккуратненько очень. Вот так, отлично. Ох, там рыбки. Так уже достаешь этот садок, он такой тяжелый. Там все рыбки. Да, мы рыбок поймали. Все рыбки. Да. Папа, выключить фотоаппарат. Тихо. Как у меня сразу же клюнуло. И снова не это. Ну это похоже больше на чехоня, красноперка, что-то такое. Давай. Я как раз окунька еще одного поймала. У меня прям сегодня мой день. Да, сегодня наш день, Паш. Говорю, Боря, не хочешь перекинуть фидер? И как только я сказала, она начала клевать. Так, давай, Боречка, что-нибудь большое. Да, что-то тут есть. Два, да? Один? Один. Давай, иди сюда. Моя ты зайка, моя ты рыбка. Папа, закидываем еще. Я тебе говорила, да, если вдруг словится, вот крупную будем таскать. Вот это такая крупная, как... Класс, сорожка. Боря, закинешь несколько штук? Все, ура. Папа, короче, ты ловишь крупную на фидеры, а мы ловим...
мелкую на это. И та хороша. Мы таскаем и таскаем. У нас впервые в жизни такая рыбалка. Так, а ну, Саша, показывай. Ого! Я ему подсказываю, как надо подсекать. Тебе Саша подсказывает? Борика, аккуратненько. Паша, подсказывайте, да? Да, только подсекать. Классно. Рада за тебя. Давай, вытащить. Сейчас Паша подскажет, как вытащить. Я пошла туда, потому что у меня там удочка. У нас настолько много рыбы, что пора переходить на это. Давай, высыпай. Или давай, ты держи, я буду сейчас эту рыбу всю сюда пересыпать. Пора переходить к тяжелой артиллерии. У Бори снова клюет. Только он уже ближе закидывает. О, что-то есть, да? Ага. Ой, маленькая такая. Я таких на удочку таскаю. Но клюнула, тем не менее. 3 часа дня, у нас затишье. Меня схватила удочка. Сели мы. Вон Саша, ой, Тёма удочка поймала. Я себя тоже сегодня на удочку поймала, кстати. Аккуратненько. Это, наловили мы немножко рыбы. Да сейчас сидим, кушаем. Картошечка, яйца, булочки у нас. Ну, кто что. Уже ребята все поели. Там Максимка спит, Паша в тенечке, Аня в машине отдыхает. А мы с Борей здесь кукуем. Тёма и Саша пошли, хотя клёва нету. Тёма и Саша пошли туда, к ребятам, к друзьям нашим ловить. Давайте, покажите, сколько поймали. Хорошо. Только куда складывать вы будете? В какой-то пакет? Надо складывать. Не, ну там, там садочек, там. Но садочки там Вовы на рыбка, 4 штучки. Ну потом отберете свою, если что. По прогнозам, хорошо. Ночью дождь. У нас по прогнозам дождь, поэтому... Будем надеяться, что до самого вечера будет хорошая погода и хороший клев. Но сейчас клева нету. 2 старичка сидят и ловят рыбу. Так. Называется, мама села покушать, уже 2 рыбы вытащила. И не могу никак поесть, потому что клюет и клюет. А это, мы с Борей сидим, говорю, слушай, похоже на 2 старичков, которые на пенсии сидят, 2 рыбу ловят. Он тебя говорит, там ага. Клюет он что-то, а ты да, это самое. Там, это я, наверное, дергаюсь. Боря подлещика поймал. Угу. Как будто бы он. Короче, мы тут сидим, говорю, потихонечку таскаем, таскаем, таскаем. Вроде активного клюва нет, да? Вот так одно, да, так, второе, ну, по одной так, не спеша, не спеша. Говорю, Борис, ну, мы сейчас 100 штук с тобой так натаскаем до вечера, не спеша. Ребята собрались я плыву к тебе. Купаться. Ну давай, плыви. А я не буду плыть. О, что, холодно? Да, холодно. Тимофей нырять собрался, все собрался. Какие ваши впечатления? Самое классное место. Есть где посидеть, есть где покупаться. Ты, кстати, снимал, как дети купались? Да, чуть-чуть так. Есть где половить рыбку, есть где поплавать, есть где вон ребята готовят место для костра. Есть тенек, есть где обгореть. Обгорело по полной, печет все, красное. Так, мне сейчас нужно Максимку кормить. И что вы об этом думаете? Жизнь прекрасна, что сказать. Кто чем занимается? Кто ловит? А кто песни поет с Левой? Какую ты песенку знаешь? Знаешь, какую песенку? Споешь нам? Только что так хорошо пел. Как только взяла фотоаппарат, решил просто послушать. Ничего не понимаю, но, короче, поет. 2 брата лежат, отдыхают. Ну и картина под музыку. Что-то общаются, лежат. Ну, лежите, лежите. Мы тут все по очереди с Максимкой сидим. То я, то Паша, то Аня, то Тёма помогает, то Боря. Короче, сейчас очередь Ани караулить. А Боря пошел. Посмотрите, что вытворять. Ловить рыбу пошел. Сейчас покажу. Шабра. Тут такие хвосты плавают, слушай. Я говорю, они вот в этих зарослях. Куча рыбы вообще. Они постоянно плещутся вот в этих кустах. Иди оттуда, гони сюда. Давай, там шуми, чтоб сюда плыло. А теперь мамина очередь с Максимкой. Скажи, очередь приняла. Как это сказать? Дежурство приняла. Где папа? Папа рыбу ловит шампурами. Папа. Только тихонько не шуми. Тоже сказал Паша. Россия. Русское слово царь произошло от латинского цезарь. Ты и правильно.
Развлекаемся? Да. А ты тут откуда? Боря, не надо. А клёва нет, а нам скучно. И захотели все мы кушать. А Борячка... Хотела Боря спеть, но Борячка захотел чаёк. И потому он будет делать... Что Боря будет делать? Пшик. Пшик будет делать. Пшик! И чай готов. Ставит чай греться. Благо у нас постоянно с собой котелок в машине есть. И горелка с газовым баллончиком. Усегда. Стоят два рыболова. Ни у кого нигде не клюет. А Боря говорит, пойду-ка я порыбачу. И начал вот там под этими кустиками. Одну вытащил, смотрю. Вторую вытащил. Третью. Да что ж такое? Мы так по этому садок Боря поднимал, когда рыбку бросал. Говорит, килограмм 5 точно есть. Это не 30 килограмм, как наши друзья. Но это очень хороший для нашей семьи улов. Бегу, посмотрю, Танечка говорит, что... Закипела у нас водичка, водичка. Мы пойдем сейчас кушать, носимся. А у горячие? Носимся, носимся. Бульчит? Бульчит. Все, сейчас, Танечка, я в термос залью, да? Да. А ты будешь ловить? Не, я с Максимом. А, ну давай. Дети играют, а я с Максимкой. Что это у тебя такое? Фокус-макопус? А ну еще раз скажи, что будешь показывать? Ну говори. 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 Все, убежал. Опа, ку-ку. Ку-ку. Мальчик, так отхочи. Слишком большой ты. Давай там. Короче, фокус макопус, он как-то говорит. Вау, какой у тебя мяч надувной есть. Аккуратненько в водичку, только него не бей. Не буду. Вот умничка. А у Бори активно клюет. Только что-то вторая или третья срывается, да? Тёма тоже побежал ловить там в другое место. Паша стал ловить. О, Паша, давай, давай. Ой, большой какой. Хорошенького кунька. Поймал. Ну, не, ну по сравнению с плотой два. У папы что-то срывается рыба. Я к вам тоже сейчас присоединюсь. У меня Максимка заснул, сейчас положил его спать и к вам буду рыбачить дальше. Вечерний клев не упустить. Укрыли мы Максимку от этого, от комаров. Сейчас отвезу его туда подальше, к машине, чтобы здесь мы его не будили, будет спать малыш наш. Мама, это какая-то плотва из семейства боксеров. Я ее, короче, беру, она такая мне по руке такая. Короче, мы тут ловим и подлещика, парочку папа поймал, и сорожку, и еще какую-то рыбу такую вот. Я не знаю, что за рыба. В общем, три вида, помимо окуня, еще рыбы поймали. Идет активная жарка сарделек. Покажи, покажи, покажи. Покажи. Сарделька с хлебом. У меня готова сарделька. Класс. И сейчас Боречка. И тебе сейчас будут, всем будут сардельки, всем. Надо мне сардельку с хлебом. Правильно, сейчас пожарим, будете сарделька с хлебом. Ребята леску выпутывают с кустов. У Паши запуталась. Все, уже загрызают комары. Клёва нету толком. Думали на вечерний клёв, но нету. Пересыпаем с двух садков рыбу и уже дома покажем улов. Потому что быстро-быстро надо собираться, еще домой 2 часа ехать. Но сейчас Боря тут будет доставать, я так чуть-чуть сбоку покажу, сколько там рыбы. А уже точно, сколько мы взвесим ее, покажем, какую наловили, уже будет дома. Ну, покажи. Тихо, аккуратно. О, сколько рыбы! Давай, высыпайте ее. А снизу она ведь не красота. Высыпается? Нет, это снизу не высыпается. Кто сказал? Нет, это не высыпается. А, там развязать можно. Правильно. А, да, все, раз, развязал и высыпал. Папа. Так, папа, аккуратно. А то сейчас полетит она обратно в реку. Короче. Братское водохранилище. Держи. Спасибо тебе огромное за такой хороший уловище. Вау. Вот и недолго думая. Мне рыба колет. Рыба колет.
Короче, добрались мы без 20:12 ночи. Слушай, Боря, она действительно шипастая. Ребята, никогда в жизни не видела такую шипастую сорошку. Рыбу. Короче, даже посмотри, вот так видно. Вот так, сними ее сбоку. Посмотри. Да, видите, она такая шипы. Колючая. У нее шипы с двух сторон. Может, это какой-то рыба. Этот радиационный именно гибрид? Шипы. Не просто шершавость, а вот такие шипики идут посередине каждой чешуйки. Вот идет чешуйка и шипик из нее по бокам. И она прям шипованная такая. Ну, мы сейчас, короче, нас... все поделим. Это сюда короче, белую рыбу. Короче, у нас вот такая беленькая, у нас такая. И у нас окунек сейчас такая. Взвешиваю. Вот уже килограммов взвесила. Взвесим! И скажем. И скажем, сколько килограмм мы поймали. Ну, примерно около 5, по идее. Я так, навскидку. Короче, почти 7 килограмм. 6,850. Слушай, ты так обгорела. Я, Боря говорит, Таня, ты как алкоголичка. Как пьяная стоишь. Красная, уставшая, глаза такие, соловевшие. Смотрите разницу. Да видно, что-то мы не подумали. У тебя тоже так, кстати, на руках. И лицо так же. Боюсь, чтобы оно не облезло. Короче, самый большой... Самая большая сорожка, плотва, 215 грамм. Вот это мы на фидер поймали, но фидер перестали забрасывать, потому что он там цеплялся везде. Мы раз его чуть не упустили, второй раз, и Боря говорит, не, ну его. Марокко только сидишь и дергаешь его там, чтобы вырвать. Вот эту, вторую, 195 грамм, поймал Паша на удочку. Самую крупную на удочку поймал, а вот эту поймал Тёма на удочку, уже помельче. Ну и тут уже более мелкая такая вся идет. Вот у нас сорожки 2 килограмма, 2,150. Все остальное это окунек. Вот окуньки тоже, в основном такие средние, 4 маленькие. 4,700 окуня. Да. Более уже котикам успел дать мелочь. 3 штуки. Пока вот, мы... Ну, мелочь вот такую подаем, наверное, котам. Ее даже и чистить это. А вот такая вот хорошая. Если бы мы не уезжали сейчас, мы бы ее заморозили. А так из-за того, что мы уезжаем, вернее, мы бы из нее... Там, засушили. Сделали, засушили бы всю прям. А так из-за того, что мы уезжаем, с мелочью я потом работать не хочу. Мы ее сейчас заморозим. Нам подсказали такой способ классный, чтобы не обрабатывать. Приезжайте с рыбалки, всю рыбу фасуете по порциям, порционно, сколько вы будете съедать за раз, и морозите. И обрабатываете тогда, когда вам надо. Вот, вытаскиваете, размораживаете, чистите и готовите. Так что красота. Потому что самое для нас нелюбимое было, это приезжать домой и обрабатывать, перерабатывать. И обрабатывать грибы. Или грибы, или рыбы. Это самое, наверное, такое страшное для грибника и для рыболова. Ну, такую поддаем, наверное, котам. Мелочь. Но тоже здесь очень хорошие есть такие окуньки. Я сейчас не буду рыться, она очень колючая. Ну, вот такой хороший. Сейчас скажу, сколько. Там еще побольше есть, даже чуть-чуть. Ну, вот. В среднем 100 грамм. 100 граммовый. 100 граммовый таких таскал. Паша очень много таких вытащил. Я больше по мелочи была, а Паша с Тимофеем были по таким крупным окунькам. Вот, так что реально для нас, чтобы вы понимали, это первая вот такая нормальная рыбалка за все 7 лет, в которой мы живем в России. Мы не могли найти места. Если бы на Катакеле мы дольше постояли, да. Вот там тоже такая же рыбалка, когда ты только таскаешь и таскаешь, но мы как-то мало. Что-то мы, я не помню, чему даже так мало. Мы пару дней там стояли, да? А мы же поехали поцеловать священный столб. Ага, вот туда, где нас да, пустили. Приехали, поцеловали столб. Ну, я образно говорю, ну, развернулись и уехали можно, домой. Там один окунь у нас клевал на Катакеле. Да, почти. И мелкая очень сорожка. Да, такая. Да, вот да. Тут прям, ууу, красавица. Единственное, что она такая колючая. Что такая это, колючка. Все, сейчас я их по пакетам. День удался. Пока-пока. До новых видео. Пойдем мы хрю делать. Уже все дети хрю. Теперь нам пола. Помылись пора. Все. Как Мелман говорил, пойду я, наверное, сдремну. Как? Ага. Мы сейчас пока. Тоже в душ и спать. Все, да.